Рак ободочной кишки занимает 4-е место среди злокачественных опухолей. Рак прямой кишки – 7-е. По смертности два этих заболевания на 3-м и 4-м месте, говорят онкологи. К сожалению, люди обращаются в достаточно поздних стадиях заболеваний, которые не позволяют вылечить пациента и его болезнь радикально. Поэтому, безусловно, единственный путь к успеху – это раннее выявление. Раннее выявление требует усилий не только медицинских работников, а прежде всего самого человека. То есть открыты кабинеты ранней диагностики. Вот такая баночка, куда собираются каловые массы, ну, в небольшом количестве. Отправляются через этот кабинет на исследование. Иммунохимический анализ на скрытую кровь врачи называют простым и достоверным методом ранней диагностики рака кишечника. Если человека ничего не беспокоит, анализ дают планово во время диспансеризации или в кабинетах раннего выявления онкологических заболеваний, ежегодно начиная с 40 лет. Попасть на прием можно, записавшись по единому телефону для записи 263 1136 или через портал к врачу. Заболевают оба пола практически почти одинаково. По возрасту чаще всего это все-таки люди после 50, после 60, но могут заболеть и гораздо более молодые люди. Обращаться в кабинеты ранней диагностики. Они это могут найти на соответствующих сайтах. Можно просто обратиться в свою поликлинику по месту жительства, где такой кабинет есть, и через этот кабинет все это дело сделать. Риск развития опухолевого процесса в кишечнике зависит и от образа жизни, предупреждают врачи. Он выше у людей, которые питаются преимущественно высокобелковой пищей и пренебрегают растительной. В группе риска лица с вредными привычками и страдающие ожирением.